Всем привет, с вами Марина, и сегодня я хочу показать свою версию творческого дневника от Скрапологии, который вы все видели и уже в курсе, что это такое. В комплекте шел картон для обложки, кольцевой механизм, инструкция по созданию обложки тканевой и из бумаги, блок листов различных и распечатки. Начнем с того, что мне не понравилось. Мне не понравился тот факт, что когда в комплекте идет кольцевой механизм, предполагается, что листы будут пробиты и будет использоваться этот кольцевой механизм. Как вы видите, листы не пробиты. Это дополнительная проблема. Потому что пробивать обычным канцелярским дыроколом — это целая история. Это надо приноровиться. И я, честно говоря, даже не уверена, что 4 неравномерных отверстия с неравномерным расстоянием, да, будет очень удобно пробивать. Я в этом, честно говоря, сомневаюсь, потому что там надо очень долго прицеливаться. Это минус. А я видела, что в блоге производителя они пишут о том, что сделано это специально для того, чтобы кто, если хочет, тот посадил на пружину или каким-либо другим образом использовал крепление, любое другое. Да? Но я вот, например, считаю, что это не ответ, потому что если поставляется в комплекте кольцевой механизм, то значит отверстия должны быть пробиты. Если вы предполагаете, что будет использовано какое-то другое крепление, да, то кольцевого механизма в комплекте быть не должно. Вообще, как бы по идее, да, как я бы сделала. Кому надо на кольцевом механизме для тех блоки листов с отверстиями? Если кому-то кольцевой механизм не нужен, кто-то хочет собрать на пружину или на простые разъемные кольца, да, то, пожалуйста, уберите из комплекта кольцевой механизм и сделайте блоки без отверстий. Вот и все. То есть два варианта. Кому какой удобен. Соответственно, ну, за счет отсутствия кольцевого механизма насколько-то будет снижена цена комплекта, что, в общем-то, ну, кого-то, наверное, тоже порадует. Следующая моя придирка — это тот факт, что вот эти вот все украшения для дневника, да, они просто напечатаны на бумаге. То есть это не стикеры. Опять, это время необходимо на то, чтобы все это вырезать и потом приклеить. Да, не все могут, ну, все вырезают, конечно, по-разному, но тем не менее. То есть не всегда можно ровненько вырезать, допустим, вот эти вот выступы красиво. Да, и с моей точки зрения, вот такие украшения не должны выпускаться в виде стикеров, в виде наклеек. В этом случае, да, это будет оптимально, удобно для всех и очень комфортно для покупателя. Да, это экономит мое время, если я хочу это украсть. Ну вот, как вы видите, я на самом деле отсюда буду использовать только вот эту вот часть с месяцами. Дальше я вам покажу, где. Все остальное для меня, ну, не актуально. И тоже сейчас дальше увидим, почему. Значит, что такое для меня планер? Планер — это просто, грубо говоря, да, блокнот, ежедневник, в котором я записываю список своих дел. Мне не нужен он супер-пупер сильно красивый или там еще какой-то супер креативный. Мне нужен, чтобы он был удобным и чтобы я в нем могла удобно все записывать. Красота, на самом деле, вещь не первая в данном случае. Поэтому мне не нужно было сильно много украшений и так далее и тому подобное. Плюс я долго думала, какую же сделать обложку. Но делать обложку из бумаги, да, это недолговечно. Потому что со временем на сгибах она порвется, поломается, чтобы как бы ее там не укрепляли. Обложка из ткани будет, да, более долговечная, но опять, если где-то ее заляпать, плюс со временем все равно это будет затираться, и через какое-то время обложку эту придется выкинуть, потому что все равно бывает, мы не всегда с идеально чистыми руками берем вещи, да, и все равно будут со временем оставаться следы. Плюс скраповые украшения, да, с моей точки зрения, обложка должна быть максимально плоская для того, чтобы было удобно писать.
Для скрапового оформления обложки, да, ну что там подходит? Штампы, текстурная паста, эмбоссинг и так далее. Это не столь большой выбор, плюс со временем все равно от постоянного использования я боюсь, что это начнет отлетать. Поэтому я решила пойти более коротким путем и взяла готовую тетрадь на кольца. Я сшила обложку, вышила мак и оформила его в обложку. Почему я решила, что этот способ будет более удобный? Потому что обложку можно будет снять и постирать. Она съемная. Ну, либо можно будет заменить, если это надоест. Здесь у нас такие отвороты, благодаря которым можно положить всякие там распечатки, какие-то записочки, там стикеры, бумажки, которые со временем не будут нужны, и их можно будет выбросить. Начинается у меня вот таким образом. Я использовала для оформления коллекцию от Webster Dream and Color. Мне очень она понравилась по цветам, по оттенкам, по карточкам. Поэтому я решила ее использовать для оформления своих разделителей. Начинается у меня с такой вот карточки. Да, очень красивая. Мне понравилось. Будет стоять у меня первый, радовать глаз. Здесь тоже вот есть надпись. Начинается у меня с разбивки по месяцу. Да, вот каким образом я буду использовать месяца. Просто пока у меня планируется этот ежедневник на следующий год, планер на следующий год. То есть надо проставить будет числа. Я еще пока этим не заморачивалась. Я просто пока приклеила, что да, вот так вот у меня будет отмечено там январь, февраль, март и так далее. То есть все 12 месяцев. Использую я это для чего? Мне удобно помесячная и недельная разбивка. В помесячной разбивке я отмечаю дни публикации или сроки, когда я должна сдать работы для своих ДК. Это очень удобно, помогает не забыть, где, что и когда я должна. Потому что я люблю написать план вперед, задолго вперед, если у меня есть уже расписание, для того, чтобы ориентироваться, что в какие-то там дни я могу сделать побольше проектов вперед, а в какие-то я могу расслабиться и сделать что-то для души или просто побездельничать. То есть мне вот удобно в таком плане. Первый разворот я не делала, поскольку я не увидела в этом смысла. Есть карточка, и открываешь, сразу уже пошло помесячно. Дальше. У меня вот такой вот разделитель «Неделя». Здесь тоже карточка. Я не украшала никаким образом развороты, поскольку мне это не нужно было. Мне нужно было максимально плоско, чтобы мне было удобно писать и чтобы не добавлялся объем самого ежедневника. Я не планирую его куда-либо таскать. Это у меня для домашнего использования лежит в одном месте и в лучшем случае таскается просто по квартире. Поэтому я не переживаю о том, что такая вот достаточно тонкая бумага, что там что-то где-то замнется и так далее. То есть мне не нужны резинки, мне не нужны какие-то ячейки для ручек или карандашей. У меня в старом, как я вела, я просто вешала на пружину карандаш, потому что я пишу все, как правило, карандашом. Мне так удобно. Но сейчас я, видимо, буду вешать вначале просто карандаш на пружину и все. Да, то есть вот карточка. Я специально их распределила. Там еще будет несколько карточек. Я их распределила таким образом, чтобы они вот не накладывались одна на другую и не создавали избыточную толщину только в одном месте. То есть чтобы более-менее как-то это распределялось. Поэтому такие вот простые развороты, ничем особо не украшены, бумага достаточно красивая, она самодостаточная, поэтому я не увидела в этом необходимости что-то там еще дополнительно украшать. Я использовала старый алфавит от Глица, который у меня очень долго лежал и никак и не могла его пристроить из-за того, что он очень блестящий, вот если на камеру видно сейчас, то вот он глянцевый такой, он с блеском. В страничках это не всегда хорошо смотрится, и поэтому он очень долго у меня лежал. А здесь вот я решила, что он будет отлично для этой цели подходить, поскольку глянцевый, значит, он не будет стираться, не будет так сильно пачкаться.
Здесь у нас будет понедельная разбивка, то есть что, ну, как правило, здесь у меня записываются только дела на выходные, поскольку дела в будни у меня рутина вполне себе известная. Для рабочих задач у меня есть рабочий ежедневник, а все скраповые, какие-то творческие дела я, как правило, записываю на выходные, потому что я занимаюсь этим только в выходные. Поскольку у нас дальше пойдет по неделям, да, то есть будет отодвигаться, чтобы каждый раз не искать, где у меня начинается список дел на конкретно вот эти вот выходные, я сделала такую вот карточку, и она будет у меня отмечать, где текущая неделя. То есть она выступает немножко над краем, и всегда на ощупь можно легко будет найти и открыть. Что, ну, достаточно удобно, как мне кажется, сейчас. Посмотрим дальше, как это будет выглядеть. Здесь вот тоже у меня просто карточка маленькая. Я разрезала ее пополам, поскольку здесь достаточно большое пространство белое. Я ее разрезала пополам и приклеила. Здесь у меня будут посты, которые надо писать в блог, поскольку я заметила за собой, что стала забывать писать их вовремя и какие конкретно посты у меня должны выходить, поэтому вот попробую. Здесь у меня пока никаких листочков нет, я еще просто не распечатала себе. Сюда у меня пойдет листочки из простой офисной бумаги с распечаткой. Я скачала уже на, по-моему, сайт Filofax. Там есть как раз раздел для вот постов в блог специальный такой. Посмотрим, насколько это будет удобно. Следующий раздел у меня — это покупки. Ну, карточка такая говорящая, да, что все еще впереди, все покупки интересные. Простенькая тоже. Я не стала совершенно ничем не украшать, ничего не писать, потому что в дальнейшем, опять-таки, когда я буду пользоваться, я очень мало смотрю на эти разделители, честно скажу, потому что я открыла и сразу пролистала до нужной мне информации. Ну, дальше вот подарки. Вот сюда я приклеила карточку. Здесь у меня будет раздел с вышивкой, то есть с планами, что я собираюсь вышить, кому, какие сроки, там какие-то, может быть, нитки надо докупить, ткань и так далее, какие-то мои планы, там новинки отследить, ну и так далее. Вот просто тоже вот карточка приклеена. И последнее, это где я буду отмечать свой вес. В моем текущем ежедневнике такая же, такой же раздел есть. Пока здесь простые листы в клеточку, я, в принципе, привыкла, но посмотрим. Может быть, я сделаю себе сетку, может быть, какую-то табличку достаточно простую, потому что у меня это контролируется достаточно просто тоже. Я пишу просто дату, вес и объем. Все. То есть, как правило, лист делится пополам, и вот получается у меня тут несколько колонок, то есть больше месяца сюда, в принципе, влезает на один лист. Тут тоже очень удобно. Возможно, просто оставлю также листы в клеточку. То есть вот сейчас они у меня есть. И сзади такая же обложка с карманом, то есть тоже можно что-то положить, если что-то там нужно сохранить до какого-то времени. Поэтому такая вот у меня получилась книжечка. Достаточно объемная, ну, я не скажу, что прямо сильно. Да, вот немножко выступают разделители. Но, опять я говорю, это не критично. Для меня это не создает совершенно никаких проблем. Я не заморачивалась ни с резинкой. Изначально я думала сделать резинку, потом я решила, что мне это не нужно. И просто нарезала себе разделители на плоттере. Вот видите, даже я измеряла по листочкам обычно в клеточку, которые используются для таких тетрадей. И забыла померить вот эти вот листы, которые были в комплекте. Как видите, они на сантиметр больше. Но опять тоже, для меня это не критично. Я не вижу в этом никакого криминала, никакой проблемы. Мне это совершенно без разницы. Из всей заготовки я использовала... Ну, наверное, только половину, да, то есть вот у меня помесячный раздел, недельный раздел, покупки и подарки. То есть, да, разделы идеи,
Я, честно говоря, сначала думала их оставить, но потом просто меня остановил тот факт, что здесь есть эскизы, то есть предполагается какая-то зарисовка. Мне это не очень актуально. С этой точки зрения мне удобнее, допустим, просто листы в клеточку вставил и все. Скетчи и конкурсы и задания тоже для меня не актуальны, поскольку я давным-давно не записываю и не зарисовываю это все, поскольку есть сайты с обзорами, есть обзоры, которые приходят на почту, поэтому я просто не вижу в этом смысла тратить время, тратить бумагу на вот эти вот вещи, когда можно открыть интернет и спокойно, или там почту, или сайт, и спокойно посмотреть все, что вам нужно, сразу с картинками, там, с цветами. Потому что я, например, не представляю, как зарисовать палитру. Да, сложно, с моей точки зрения. Поэтому вот половина у меня осталась бесхозная, мне она не нужна, я не собираюсь этим пользоваться. А то, что я буду использовать, у меня вот уже оформлено в моем ежедневнике, в моем планере. Так что вот так, такая вот у меня красивая, я не скромна сегодня, получилась работа. Надеюсь, вам понравилось, вы вынесли для себя что-то интересное, и это будет вам полезно. Всем спасибо за внимание.